Всем большой привет! Сейчас хотел вам показать один вот такой интересный фокус. Вот получение огня. Видите, как у меня очень быстро загорелась береста. Это мечта Робинзона Круза. Так называемое гибкое увеличительное стекло, которое надежно поджигает костер. То есть видите, каким образом я очень быстро разжег костер. Что это за штука? Это сейчас выпускает наш доблестный Китай, так называемое гибкое увеличительное стекло или лупа трехкратная, которая очень легко и быстро зажигает огонь в любом месте в солнечный день. Это поляризованное стекло, которое из ПХВ и гибкое. Очень удобно брать с собой в поход. Это мечта Робинзона Круза. Спасибо всем за внимание. И такую вещь нужно брать с собой в поход всегда. Всего вам доброго, подписывайтесь на мой канал.